Погода такая теплая, зима. Скоро Новый год, а приближение праздника совсем не чувствуется. А ведь и вправду, какой же Новый год без мороза, снега и елки? Какой-какой? Украинский! Давайте поедем в рощу, найдем елку и украсим. Правильно, какая разница, есть снег, да или нет? Главное, есть повод хорошо повеселиться. Можно даже провести магические ритуалы. Я в магической книжке читала, что исполняется все, что вы задумали на Новый год. Ну, в сказки я не очень верю. А хотя, в канун Нового года все может быть. Лично я еще с прошлого года мечтаю о подарке. Вареники. Новый год поджидаем, волшебника вызываем. Хо-хо! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Исполнение всех самых заветных желаний! Ничего себе! Ты что, Дед Мороз? А что с костюмом? Где шуба, где валенки? Какая шуба, деточка? На улице плюс 5! Да, тепло, но все равно Дед Мороз должен быть в костюме Деда Мороза. Ты хочешь, чтобы дедушка взапрел и растаял? Главное, чтобы подарки были, так, детвора? Да! Ну чего пристали? Борода волшебная есть? Есть. Шапочка Деда Морозовская имеется. Вон и посох у него волшебный. Давайте, дедушка, раздавайте подарочки. Это правильно. Кто целый год вел себя отлично, без подарочка не останется. Спасибо, что свинью тебе не подложили.